Приветствую вас. Мне кажется, что дело здесь не в уважении коллег, хотя, безусловно, оно важно, важно, потому что, ну, очевидно, без этого не построить отношения. Отношения адекватные, отношения хорошие. Мне кажется, здесь проблема несколько глубже, как и более глубокий ваш вопрос, который я хочу вам задать. Насколько вы сами цените себя и насколько вы сами уважаете себя, насколько вам интересно то, что вы делаете, насколько вы горите своим делом, насколько вы увлечены, насколько оно вас вдохновляет, и если у вас, например, еще какие-нибудь сложности с общением, ну, с общением с людьми. Дело не в образовании, а в том, как человек себя подает, как человек себя репрезентует. И мне кажется, что важно здесь обратить внимание именно на то, как вы сами воспринимаете то, что вы делаете. Вы говорите, что мне приходится платить за книги из своего кармана. Это определенная жертвенность в вашем поведении, которая не способствует тому, что бы к вам лучше относились. Напротив, если вы собой жертвуете, то и другие люди будут использовать вас просто потому, что это выглядит как приглашение. Приглашение вас использовать. Следующий важный момент это общие точки, ну, общая тема, то, что общее между вами и коллегами. Можете ли вы вообще найти какие-то точки соприкосновения, где вы могли бы почувствовать себя партнерами, не теми, кто кто-то снизу, кто-то сверху, да, кто-то выше, кто-то ниже, кто-то умнее, кто-то глупее, у кого-то больше образования, у кого-то меньше, а именно вот равными партнерами. Есть ли такие точки соприкосновения? Это тоже очень важный момент. А важный момент то, как формировалось отношение коллег к вам. Ну, то есть, как только, когда вы пришли на работу, как они к вам относились, может быть, у людей просто такой стереотип, что все, кто работает с книгами, это люди, ну, второго сорта. А если стало известно, что у вас несколько образований, и вы работаете с книгами, то эти люди могли подумать, у нее столько образования, она работает с книгами, значит, она ничего из себя не представляет и, соответственно, относится к вам вот так. То есть, мне кажется, что вы, может быть, не ведете себя, не преподносите себя ценностно. Напротив, вы можете вызывать чисто внешне или в процессе общения, вызывать у людей ощущение, что вы неприятные, что вы раздражающие. И это может быть связано только с внутренней гармонией, вашей гармонией в себе. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, для чего вам пробуждать уважение коллег.
Ага, я понимаю, что отсутствие уважения доставляет вам некоторые хлопоты. И понимаю, что, к сожалению, эти хлопоты, не самые бесследные, давайте так скажем. Но для чего именно вам пропускать уважение коллег? Это тоже очень важный момент. Одно дело, если вы считаете, что к вам относятся не так, как подобает. То есть, ну, условно говоря, самый такой грубый пример – это я стою 100, например, единиц, ну, какой-то валюты, а ко мне относятся на 20 единиц какой-то валюты. И я понимаю, что меня не ценят. Я понимаю, что я как бы стою больше. Да, и хочу, чтобы ко мне относились вот на 100 единиц, а не на 20. Это один момент. То есть, когда то, как вы себя чувствуете, то, как вы себя цените, не отображается в внешнем мире, во внешнем мире. И вы хотите как бы, ну, гармонизировать, да, чтобы то, сколько вы стоите, ну, в общем-то, понимала с людьми, чтобы они общались с вами так же. И вы готовы, там, соответственно, к ответственности за это, к определенной плате за это, ну и так далее. Или другой мотив, когда вы пытаетесь пробудить уважение коллег, желая доказать что-то, желая доказать, например, что вы достойны уважения, желая доказать, что вы можете, ну, вызывать в людях уважение, например. Это может быть такой потребностью не чувствовать обесценивание людей. Ну, то есть невозможность находиться в обесценивающем факторе, в обесценивающем паттерне поведения людей. Вот. Такое тоже может быть. В таком случае, мне кажется, вы в большей степени бежите от себя, чем реально добиваетесь уважения и реально можете изменить отношение людей к себе. Ну, просто потому что бегство, оно всегда чувствуется. Бегство, оно всегда ощущается, и никогда бегство не воспринимается позитивно. Вот. Ну, у этого есть, в принципе, такая вот своя история, скажем так. То есть у этого есть своя, такая, я бы сказал, позиция. Есть этимология своя. Вот. Так исторически складывалось, что те, кто бегут, они слабее и
их предпочитали уничтожать, чтобы не было угрозы бунтов, там, сепарации и так далее. Сейчас многое изменилось, таких радикальных способов уже не используют, но отношение к тем, кто бежит, и бежит в первую очередь от себя самого, ну, оно по-прежнему негативно. Вот. Поэтому вам нужно рассмотреть все вот эти нюансы, которые я озвучил вместе со специалистом, чтобы разобраться в себе и в том, как выстраивать адекватно отношения в соответствии с тем, что вы действительно хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь и надеюсь, что она послужит началом плодотворной работы над собой.